Может, лучше у нас поиграете? Прохладно сегодня. Здравствуйте, мама-корова! Здравствуйте, ребята. Мам, мы не играть идем. Мы идем строить тайное логово. О! Ух ты! Тайное логово будет на круглой поляне. Я знаю. Пока! Счастливого пути! Привал! Так, у меня веревка. Хрю! Коля, ну я же сказала взять все для дома. Правильно, Коля. Дом должен быть уютным. Вообще-то дом должен быть теплым. Главное, чтобы в доме были книги. Главное, чтобы в доме была еда. Да! Но из этого ничего не построишь. Зо, мы же в лесу. Коля, ты гений. Собираем ветки. Скажи, Зо. Конечно. Ну, кто умеет строить дома из веток? Можно моего папу позвать? Но тогда логово не будет тайным. Тебе и построили. Зато согрелись. Зо, ну не расстраивайся. Без дома тоже ничего. Ой, смотрите. Коля, ты опять гений. Зо, улыбочку. Ой-ой-ой. Пригодилось. Поросенка.
Хаус.